городе людей очень много. Наша страна вся православная. Город Назарово не является исключением. В храм приходят люди на богослужение. Богослужения у нас совершаются все великие праздники и еженедельно. Также у нас создано Назаровское благочиние. В деревенских храмах тоже совершаются службы. Строится в городе Свято-Троицкий храм. И все наши храмы, все востребовано. Люди приходят с житейскими заботами, покреститься и с другими требами, принять участие в каких-то требах. И также приходят за богослужение. Количество прихожан увеличивается каждым годом. И с Божьей помощью наш град тоже под покровом Божьей Матери будет жить. Вообще сердце радуется, когда что-то создается, что-то строится. Тем более это храм, дом Божий, и мы пребываем с Богом в этом храме.